Всем привет, с вами Дредвас, и сегодня со мной кто? Кто? Поздоровайся, поздоровайся. Хели. Ага. Здрасте. Со мной здрасте, сегодня здрасте. Хели. Да, привет, подожди. А вот сегодня мы с ним решили снять совместочку и поиграть в такую мини-игру под названием, как она называется, скажи, как она называется, я забыл, шучу, я не знаю. Остановись, Слендер. А, ну да, остановись, Слендер, остановитесь, а. Два. Два, ого, два, прикиньте, вторая часть, офигеть, я в шоке просто. Да, так, ну вот, я думаю, Хоть мы и не играли в первую часть, но все равно. А в первую часть вообще есть? У меня вопрос. Разве? Ну вот я спрашиваю, есть а ли это она? разве не есть этот приквел, типа? Если тут вообще не сон, какой-то черный человеч. Вот именно тут какой-то черный чел. Ну, и тут короче. вообще три. Тут там написано даже не три, а четыре. Это тут, Ого. типа, знаешь. Ах, То есть уже есть какие-то там непонятные истории, да. чули. Прикольно. Так, я думаю, я ссылку на канал О, Фели дам. посмотри. Он тоже будет записывать это видео, записывает. Я оставлю на его канал ссылку в описании. Фелит, надеюсь, ты сделаешь то же самое. Ну, да. Вот и хорошо, хорошо. Надеюсь. Надеюсь, не подведешь. Ладно, так, ну, я думаю, мы уже продолжим, когда игра начнется. Я Слендер! Я не Слендер! Убивай! Окей, Тим, окей, Тим, да. Тим, Тим, Тим. Я, если что, покручусь, если что. Угу. Только ты не убивай меня, как в тот раз. Ты же меня в прошлый раз убил. Я случайно тебя убил в прошлый раз. Так, ну да, мы... О, со мной вот этот прокси. Мой прокси со мной гуляет. Ой, скажи ему, чтобы он... Нет. Скажи ему, чтобы а он меня не как убивал. я я ему... ненавижу прокси. Я... Ты напиши в чате, попробуй. Да, или блин. Нет. Или ты не, не мадёшь. Я не могу. Фелит, я тут, если что, так что уходи. Я тут одного а Фелика ты сейчас видишь в коридоре. Прокси? Ай, Фелит, беги! Ухожу. Мне все равно не покоцал, сказал богу, да? Угу. Блин, я ненавижу прокси. Угу. Есть такой чуток. Фелит, уходи я быстро! Я вижу прокси! Уходи, прокси. Я сейчас заспавнюсь. Ухожу. Ну, прокси, я видел помогай, прокси. Давай. Я ненавижу прокси. Прокси это самое отвратительное. Я надеюсь, чтобы прокси ничего не сделать мне, я ненавижу прокси. А он как бы забирает энергию, да? Или что? Я знаю. Все, минус челик. Все, минус первый челик. Еще три. Так, я тут в прокси. А где второй? А, прокси, наверное, убил уже первого. Нет, еще. Прокси за ним только бегает. Я помогаю прокси. А за мной бежит. За тобой прокси бежит. А, стоп, вы вдвоем да. ходите? Да. А, все, фух. Давай, прокси, бей его. Блин, вот ненавижу Слендера из-за того, что он очень медленный. А, медленный, когда ты, типа, не... Как там? Когда ты, это... А, почему забыл? Я не могу стать видимым обратно? Нужно... О, все, все, мать. Да, я стал. Все, минус чел. Ой, остался я и еще. Так, окей, ну тебя я оставлю на десерт, как бы. Фелит, а, не, это девочка, все. Все, ты, короче, остался последний. Считай. Да? Да. Я, значит, спрячусь. Все. Все, это минус, да. Ну, стоп, ты можешь не прятаться, потому что звуки. У нас высвечивается, где вы. Ой-ой. Ага. Не надо, так, всё, пожалуйста. Я пошёл. Нет. Ну, блин, наверное... Я вижу прокси этого, мать его, прокси. Бывает. Нет, все. Добрый день. Опа, нет, тупичок! Все, гг. Вообще изично было, да. Ладно, думаю, вот можно будет продолжить уже сразу же следующий. Тупо вообще изи вин. Вот, на тебя даже встал. Ладно, продолжим в следующем раунде. Так, вот следующий раунд. Я Ситизен, а ты, Фелит, кто? А я тоже Ситизен, к сожалению. А хотелось бы быть прокси. Блин, кстати, да, я тоже... Я ни разу не был прокси. Фелит, я тебя вижу, привет. Здрасте. Так, чё, куда пойдем? Идем, иди. А, ладно, я за тобой буду идти. Не, не хочу разделять. Мне страшно. Я вижу аккумулятор, не аккумулятор, но ты понял. Генератор, помогатор. Генераторная пушка, а не гиляторная. А не генераторная пушка, короче. Я там в темноте видел частицы, там где-то далеко частицы такие. А, это лампа, точно. Я... Лампа? Ты уверен? Я лампа, я... Разве это не прокси? Да нет. Тут просто несколько частиц.
в воздухе. Ладно. Так, я включаю помогатор. Блин, я подумал, это записки уже. Да-да-да-да-да-да-да, все типа записки в одном куче, да? Да, мне хочется плакать. Плюс свет в чат. Света присоединилась в чат. Свет. Стоп, а у тебя записывается звуковая дорожка? Да. А, кстати, спасибо, тогда я возьму. Блин, зачем ты это на видео сказал? Ладно, пофиг. В принципе. Так у меня же без звука типа будет видео, это, типа просто с моего и от твоя заходит дорожка. Ну я понял, ну ладно. Тем более мы же это вырежем, тебе типа ничего же интересного нет. Да, ну ладно, ничего в принципе страшного как бы. Так, стенка. Какая не имеет. Прекрасная никакой стенка, записи. Хочу сюда. Записи. Так, что тут? Чего это звучит? Ты даже слышите это? Ту-ту. Я не знаю, как этого изобразить. Нет, кстати, я... они чё, они... Только что мне сказали луковые, и я луковые, но у меня не, опять не снялось никакого процента. А кстати, минус один чел. Лоу, чё, то есть, типа, у тебя не было луковые? Нет. Вообще. Луковые, Milky Way, лоу. Не знаю, почему. Хочу, это, типа, хочу. тупо это, шуточки это... про Milky Way за 3000 рублей. Блин, вот я рифму придумал. Это рэпер, блин, братан. Вот это... Да-да-да. Офигенное будущее, я чувствую. О, а нет, это уже включено. МС Дошек, нахрен. А, мы, походу, сразу все генераторы. Мы, мы кругами ходим. А, да? А, да, да все генераторы... Да, мы кругами идем. Во-первых, а во-вторых, уже все генераторы сделаны. И скажу тебе на улице... Ой, кто там... О, я нашел минусом. Записку. Я нашел записку. Ах, ты ж тварь! Скажу тебе на ушко, аннигиляторная пушка, да? Ого, какая рифма. Совсем вау. Не украл ее, честно. Типа, знаешь, я всегда думал, то, что записки могут быть на вертикальне, а они, оказывается, еще могут лежать просто. Да, да. Я же точно так же в раковине. Помнишь, когда мы играли, я в раковине сказал, что нашел записку. Ну, такая я ж тогда не был около тебя. Ай-яй, не люблю эти вот звуки криповые, мне они постоянно выбирают. Ой, трупик. А мне показалось, на нем трупик. Записка лежала. Так, мы тут... Блин, я побежал сюда, чтобы, потому что думал, что там записка, а там нет записки. Кстати, одна записка осталась. О, кстати. Я очень много сказала слова записка, не знаю. Я умею перетворить. Записка. Фигово. Ага. Короче, осталась одна. То есть, она одна. Блин, ты гений. Кстати, осталось трое нас. Ой, что это было? Ну как? Что? Шансы есть, если мы, конечно, не лоханёмся. А мы лоханёмся. Нет. Так, вот девочка. Ну, нас, короче, скоро убьют. На девочку, агрится, скажи. Я нашёл последнюю записку! ГГ! Вообще ГГ! Ей! Это изично было, что-то вообще слишком. Продолжаем. О, ситизен. Блин, я опять ситизен, офигеть, как так? Ну, ничего, прикольно. Первый же раунд был, и я был слендером. Нормас тогда. Тупо флекс. Ой, сразу же. Сразу же записка. И сразу же генератор, помогатор. Дриц-дриц-генератор. О, Дасти. Добрый день. Что-то изично было, я уже записку нашел. Тут слендер заспавнится. Инфосотка, тут слендер заспавнится. Инфосот. А нет, слендер же сразу же спавнится, как и люди. Что-то я протупил. Разве? Ай, мне страшно, меня пугают эти звуки. Ну да, ты что, ни разу не был этим? С лундером. Опа, помогатор. Ну я уже не помню. Не помню, блин, у меня склероз, конечно. О, там еще один. Там люди. С кровью. И там вообще чел, который не собирается, походу, включать это. Походу, карта просто маленькая. Ой, ой, куда Look Away? Не хочу Look Away. Хочу Ой, я записку вижу. Look Milky Way. Стоп, а туда еще пройти как-то надо? Ага, вот. Козел, это моя записка. Ой, все, сейчас одна записка осталась, короче, ГГ. Ну ты тварь, конечно. Что это было? Слышал этот тут пип? Нет, не слышал этот пип. Че? Ты сейчас обиделся из-за того, что я просто... Да. Да. Потому что я протупил окна. Somebody told me the world is gonna love me. Что? Лолми? Лолми. Лолми. Случився лолми. Ой, что это за фигня? Да хватит.
Случився трое. Хватит быть красным. Так это не, я не специально, я случайно. Пойми, дело не в тебе, дело во мне. Нормально, блин. Так, что-нибудь тут у нас есть? Так, здесь. Нет. Не, карта маленькая, тут где-то рядом записано. Ой! Меня убивают! Я не хочу умирать 10%! Почему именно я? Да то есть. Погоди, а это что? Иди в духу, я умер. Я. Да? Ой, Фелит, Фелит, что-то мне плохо. Ой, что-то, что-то происходит. Что-то, ой, о, блин, Фелит, пипец. Я стал Шреком. Мэп Войтинг. Пипец, я Шрек, типа. Что со мной случилось, Фелит? Объясни, я не понимаю. Это что? Это радиация? Это что? Я тебе... Это потому что ты умер в прошлом раунде, когда мы собрались записывать. Боже, это все. Это как? Это что? Пипец, это что? Я навсегда теперь Шрек? Ну, возможно, да. Блин, офигеть. Ладно, попробую в следующих сериях найти лекарство по Роблоксу в следующих сериях. А пока продолжу. Так, я Слизер. А я Ситизен. Ну ты ж знаешь, меня убивать в последнюю очередь. Блин, я теперь, я теперь Шрек. Что со мной будет, я не знаю. Страшно. А как-то. Шрека в разе не первых убивают? Ты шо, это Шрек всех вас переживет, он самого Слендера. Ой. А, ну да, с первого, сразу же сначала, в принципе, меня. А, ты шо, офигел? Зачем ты меня? Мы же договорились, типа тьма. Козлы, которых всех ненавидят. Так ты не... Так я не видел тебя. Так види, я Шрек, как ты мог меня не увидеть? Объясни. О, я нашел записку. Маленькая карта тоже, походу. Очень маленькая. Ну да, это, наверное, изи вин. Что я не умею играть за Сандра, это первое. А второе... Не иди сюда, в эту комнату, где генератор первый. Обидно. А я хотел вообще-то. Я там, если что, быстро посмотрю, что тут вообще есть. Мне интересно. Не подходи к синему мальчику, который у стенки. Да нафиг он мне сдался, этот козел вообще, барыга. Ой, я шучу. Точнее, к лестнице не иди. Ну, я включаю генератор. А прокси, кстати, с тобой не было? Да не, не видел. Вот и супер. Минус один чел, минус два чел сразу же, чё. Я записку нашел на камне лежащую, прикольно. Аха, это не та записка. Можно прыгнуть? А что будет, если я прыгну? Ай, ногу сломал, руку сломал, руку, ногу. А, нос чешется. Комментарии от Богдана. Блин, нифига на самом деле, не видно, это тяжеловато чуть-чуть. Моя бэйби-трубушка. Ой, уже 6 записок, ты понимаешь это? Ну да, это ГГ. Бивает так. Как бы сказал настоящий украинец. Бивает. Убивает. Что нас не убивает, то делает нас... А, уходи. Уходи. Да, убегай. Зачем? А, окей, иди обратно, если хочешь. Да ты еще щеров... Короче, не иди в ту... Короче, не иди. Просто стой, стой. Стою. Блин, эти мальчики, они меня долбали как-то. Мальчики из интернетов? Как его? Maybe baby, maybe baby. А может не надо? Сейчас авторское право дадут мне на видос, блин, будет. За... Это ж... А причём тут авторское право? Ну и за песню авторское право. Как бы... Ты что, не шаришь? Ну ладно, не шарь дальше. Бан. Блин. Минус один, остался ты и синеволосый мальчик. Оу, щит. Go game. Кстати, собрал ему очень много записок. Не жирно ли ему? Блин, их те тупые записки. А вот все, а вот не найдешь ты их. Я их спрятал так, чтобы тебе не найти было. Помогите мне собрать записки. Ай, а ты где-то рядом, похоже. Помогите Даше забрать записки. Согласен. Став... Ой, я шоп, тут поп Даша, как ты вспомнил. Ага. Ставь класс. Ставь лайки, ставь класс, если вспомнил попу Даши. Плюс записка. Давай. Все, остался ты, мой маленький, миленький. Да то есть где-то больше. Сколько я тебе должен заплатить?
300 рублей на тебе. Блин, у меня есть только евро. Ой, а я ничего не вижу, а я никого не вижу. А кто такой Слендер? Афиг его знает, неудачник какой-то. Ой, добрый день. Как у вас дела? Я вижу, хорошо. Как гуляется, ты что, дурак? Ой, какая классная карта, блин. Оу, Слендер добрый, не убьет меня, падла тупая, чтоб ты сдох. Тварина. Что ты такой? Я ж пошутил. Только блин, хочу умирать. Разозлил меня. Ах ты ж козел. Эгэ. Падло, падло, падло. Так, последний раунд, я думаю, я ситизен. Ситизен. Угу, последний раунд. Ну, мы уже, в принципе, сыграли вместе все. Ты за Слендера, я за Слендера. Да, так что нормально, в принципе, можем и но никто прокси. Еще пока что не поиграл за прокси. Это очень редкий, наверное, персонаж. Ой, о, я уже записку нашел. Да? Да. А если еще нет? Что-то слишком не вижу я. Look at me. Look at me. RIP XXXXXX. Не надо! Ой, я тебя видел. Молодец. А я тебя нет. Рип, это, XX Тентакль. Ну, все понятно, мальчик, любящий Тентакли, да? Что? А что это такое вообще? Тентакли? Щупальца. То, что в хентае используют. А, так вот почему Сквидер, да, фамилия Тентаклс. Да! Учим английский вместе с Фелитом. Да. Ой, еще одна записка, я уже две записки нашел. Угу. Удачи тебе в поисках. Я молодец. Блин, я толстый из Шрек, из-за этого не могу пролезть никуда. Что это было? Уходите. Уходите, Максим из компании Арифлейм. Я не буду вашу карточку фирменную покупать, я ненавижу ее. Ты отказал. О, я генератор, слушай. Генераторная. А, это включенный. А кстати, осталось типа два генератора, и получается. Поэтому и они... О, все, осталось найти два генератора, и потом два этих... и потом две последние запустить. Но только где эти генераторы, я не знаю. О, Фелит, привет, я сзади. То есть. Лол. Походу, этот Слендер АФК. Это изи вин. Не, а почему у меня тогда минус несколько процентов? А, ну значит, тебе не повезло. Так. Где вообще эти внимательные генераторы? Не знаю, все ходят впереди, сзади тебя. Да? Да. Тупо, все, теперь я генерал, ага. За мной, мои подопечные. А, все за... А, так ты же Шрек. Вот так и удивись, я. Так двоя. Я с тобой. Нет, да. Братан, Шрек. Все за тобой иду. Somebody told me the world. О, боже мой, я ужасно понял. Да блин, серьезно, это мы все здесь, в одной куче практически. Ой. О, мы выиграли? Наверное. Мы выиграли. Ну что ж, тогда... На этом можно всем закончить. Спасибо за просмотр, да-да-да. Угу. Так, тут скид. Ну, тогда всем покедова. С вами был Фелит и Дредфаст. Всем пока. Я стал Шреком, но надеюсь, в следующих сериях это можно будет исправить. Ладно, всем пока.